Выигрывать всегда приятно, любой трофей, он приятен, поэтому хорошая командная победа, сегодня вратарь здорово сыграл, поэтому уверенно закончили турнир, будем готовиться дальше. Я думаю, что нам еще нужно поработать это над большинством, над взаимопониманием, над какими-то мелочами, чтобы быть лучше. Всегда есть к чему стремиться. Потому что сегодня, может быть, самый легкий был матч на турнире, если с другими сравнивать. Да я бы не сказал, просто так чуть поудачнее забили, вот, а так... Тоже такие все равные игры, все равно такие непростые все игры по-своему. Ждан доволен по игре. Не сказать, что все получалось. Опять не получилось у нас большинство. Хорошее большинство. Неплохо стал вратарь. Так, всех с победой, спасибо.